Бендеры – древний город на берегу Днестра, овеянный древними легендами и закаленный в борьбе за свое будущее. Для каждого из нас он по-особенному родной и любимый, теплый, уютный и самый дорогой. Трудно найти в истории город, где так тесно переплетались бы история, культура, интересы и судьбы разных стран и государств. Многие известные люди оставили свой след в истории Бендер. Наука, культура, искусство, ремесла и творчество, изумительная природа. Всем этим богаты Бендеры. Именно наш город дал миру такие имена, как Константин Гедройц и Лев Берг, Евгений Федоров и Семен Шестаков. Много имен знаменитых, во-первых, исторических. И, во-первых, здесь все это приветствуется, самое главное. Спасибо деду за победу, что мы живем. Ну, что еще желать? Вот гости приезжали из Санкт-Петербурга, им тоже очень город понравился, все. Но там в Санкт-Петербурге у них музеи, музеи, музеи. Вот они эти музеи все искали, все бегали, все понаходили, все. И все очень понравилось. Сказали, у вас достаточно небольшой городок, а достаточно у вас и музеев, и все, история такая интересная у вас. Здесь очень уютно, спокойно, красиво. Природа красивая. Очень хорошо ухаживают за городом. Широкий размах бендерских улиц, уютные парки и скверы, цветы и прекрасные люди. Они признаются в любви к родным Бендерам. Я люблю свой город, потому что он самый красивый, он самый чистый, самый зеленый, самый теплый, самый добрый город в республике. И это не пустые слова, потому что я знаю точно, в при Советском Союзе в 80-х годах город Бендеры занимал 3 года или 5 лет подряд переходящее красное знамя вымпел по озеленению и чистоте по всему Советскому Союзу. И это факт. Город Бендеры мне очень импонирует своими жителями. Это не безразличные, отзывчивые люди, которые хотят сделать свой город краше, лучше. На самом деле это и так как бы старейший и красивейший город Приднестровья. Я люблю свой родной город Бендеры за то, что он есть. Люблю его за то, что в нем живут умные, красивые, трудолюбивые люди. Я люблю его за то, что у нас чистые, красивые улицы. Люблю за парки его. Люблю за то, что наш город называют городом роз. Когда-то в Бендеры съезжались люди со всего Союза строить и развивать город. Но влюбившись в него, многие оставались тут навсегда. Истоки – это то, что роднит с Бендерами многих. Помню, как строилось, как здесь, это Примавара была, помню. 1 марта здесь праздновали, всегда мы еще детьми бегали 1 марта посмотреть. Национальных костюмов приходили, при Итинее, видать, это самое, праздновали. Сейчас очень красиво, очень уютно, вот парк тоже залюбовалась. За что я люблю? За чистоту, за порядок, за красоту, которую наводят. Очень красиво. Люблю его. За что? Красивый стал. Мы здесь родились, мы его защищали. Вы защитник, да? Частник. А я по направлению с Кишинева приехала сюда. И мне понравилось Днестр, пляж. Для меня это было... Давно живете в Бендерах? Давно. С каком? 75-го года. Я всю жизнь. Главное богатство нашего города – люди. Это они строили дома, выращивали хлеб, рожали и растили детей, и когда надо, с оружием в руках, защищали родное отечество, чтобы многие поколения бендерчан жили под мирным небом на своей земле. Я не родился в этом городе. Я приехал в этот город в 87 году. Но он стал моим, моим по праву. Здесь выросли мои дети, здесь они получили образование. Я полюбил этот город. И сегодня я, мои коллеги в депутатском корпусе, все жители нашего города, которым я благодарен за их вклад, за их ежедневный труд во благо нашего города. Мы все, которые любим город, мы стараемся сделать так, чтобы он был лучше и красивее. И правда, Бендеры хорошеют и расцветают на глазах. Открываются новые объекты, реконструируются старые, ремонтируются дороги и сети ЖКХ, обустраиваются парки и скверы. Делается все, чтобы общими усилиями наш город становился комфортнее и уютнее. Я люблю Бендеры, потому что, во-первых, это самый лучший город на земле. Я здесь родился, здесь родились мои родители, мои дети, моя супруга.
Этот город очень уютный и комфортный для проживания. И я сделаю все возможное, чтобы это только приумножить. Здесь живут замечательные люди, которые любят родную землю, родной город. Вкладывают все для того, чтобы он развивался, процветал, восстанавливался, благоустраивался и становился комфортным изо дня в день. На это мы будем направлять и, конечно же, наши усилия. Бендеры – город со своим неповторимым духом и характером. Город израстит и выучит, поможет и придаст силы, чтобы жить, любить и созидать. Именно поэтому для нас, бендерчан, он такой один, единственный и неповторимый. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.